Привет, друзья! Похороны Александра Градского сотрясла целая череда скандалов. Сначала поклонники артиста, съехавшиеся со всех уголков России, были вынуждены долго мерзнуть на морозе, потому как родные решили сделать его проводы частными, из-за чего поклонников в зал пускали лишь небольшими группами, а после людей, собравшихся у театра Градский холл, отказались вести на кладбище. Выяснилось, что специальные автобусы предназначены только для работников театра. Но больше всего поклонников Градского возмутило, что проститься с легендарным музыкантом пришло слишком мало звездных коллег, которые дружили с ним при жизни. Больше всего пришедшие проводить Александра Борисовича в последний путь были возмущены отсутствием Аллы Пугачевой. Примадонна не появилась ни на церемонии прощания, ни на кладбище. Алла Борисовна ограничилась лишь трогательным постом в социальных сетях. Между тем, в светской тусовке уверены, не столь большое количество звезд на церемонии прощания с Градским связано с самим исполнителем. Отчасти Александр Борисович сам виноват, считает Гоген Солнцев. Градский имел очень непростой характер, из-за которого при жизни испортил отношения со многими коллегами по цеху. Он был весьма резким, если его что-то не устраивало, он всегда об этом говорил прямо. Невзирая на то, кто стоит перед ним – уборщица, коллега по цеху или же чиновник. Видимо, это его удел. Иметь такой характер – признак большого актера. Между тем, уже известно, что на родине Градского в городе Копейске Челябинской области на самом высоком уровне обсуждают открытие памятника исполнителю. Также там собираются называть именем Александра Борисовича одну из улиц. Он это заслужил, считают жители Копейска. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.